вважаєте, який колір у цьому сезоні дизайнери вважають найактуальнішим? Рожевий, бузковий, зелений. А який буде пасувати мені найбільше? А який фасон обрати для плащика? Я зовсім розгубилася. Навіть не знаю, що робити. Класно, я придумала. Я попрошу поради у своїх подорожок, які займаються у модній агенції. Про новітні тенденції та потоки сучасної модної течії вони знають геть усе. Але ж гарний одяг не робить тебе ще обдарованою особистостю. Але ж мода – це теж мистецтво. В конце февраля в Донецком клубе «Чикаго» в рамках 5-го юбилейного всеукраинского телевизионного фестиваля «ТВ-Стар» состоялся 3-й региональный отборочный фестиваль детского творчества «ТВ-Стар» «Донбасс-2011». Организаторы конкурса – модельное агентство «Elite Model» город Донецк, директор Ирина Хан. Более 30 детей от 3 до 16 лет демонстрировали свое умение представлять украинский костюм, авангардные и дизайнерские коллекции, изысканность вечерних нарядов. Все участники получили специальные призы и подарки от партнеров фестиваля «ТВ-Стар Донбасс», а именно компания «Свит Чаю», компания «Фэнси», салон «Люкс Оптика», конфеты от дороговой марки «Любимов Kids», модный дом «Карета», компания «Арт Иллюзион». Цветы для участников конкурса предоставила компания «Цветочный дом», украшение зала от цветочного салона «Камелия».
Медиапартнер – детская музыкальная телевизионная программа «ТВ Старт», которая транслируется на канале «Украинское народное телевидение» УНТ. Церемонию награждения провели организаторы международного телевизионного фестивального движения детского творчества «ТВ Старт» президент Лилия Шиханина, генеральный продюсер Александр Литвиненко, город Киев. Победители фестиваля гран-при младшая группа Ольга Жихарева, Анна Константинова. Гран-при средняя группа София Тополюк, Елизавета Барсукова, Дмитрий Федорцов. Гран-при старшая группа Кристина Карамышева. Абсолютным победителем в номинации «Фотостар Донбасс» стала Кристина Швец.